В Москве 17 мая, 17 день уходящей весны, в Москве почти 14 часов. За окошком третий день, царит пасмурность, цветы, сирень. Цветущий май продолжается сегодня. Никаких осадков. Осадки придут к вечеру. Я выхожу на улицу, поэтому уже просветление. Мысли запущены. Просветляется небо. До вечера осадков не будет, пока я на улице. К вечеру в ночь придет дождь. Весна продолжается, несмотря на всю эту пасмурность. Цветущий май продолжается. Так как заканчивает цвести черемуха, поэтому прохладно. Но весна продолжается. Здоровья всем, мира и добра. Берегите себя.